Я хочу пожелать всем больших успехов и побед, потому что каждый спортсмен, который участвует сегодня в этих играх, мечтает стать чемпионом. Я хочу сказать, что эти игры оставят большой след в истории спорта, в истории развития азиатского вида спорта, потому как сегодня Азия развивается быстрыми темпами благодаря развитию экономики Китая. Здесь и Вьетнам, Индия, ряд Индонезия, Сингапур, ряд других азиатских стран, конечно, вносят большой вклад, но локомотивом, именно двигателем здесь является Китай. И многие виды спорта, как раз-таки азиатские виды спорта, они имеют свое историческое происхождение в Китае, поэтому я думаю, что это будут мощные игры, мощные соревнования, которые будут способствовать укреплению дружбы, взаимопониманию, будут способствовать налаживанию контактов между нашими молодыми спортсменами. И, естественно, они будут знать лучше друг друга. Соревнования – это естественный процесс. Самое главное, чтобы мир именно следовал этому примеру, чтобы все соревнования были мирными.